Психология социальных сетей – одно из ведущих направлений в научном поле нынешнего времени. Постижением этого вопроса занимаются Институт психологии и образования во главе с профессором кафедры клинической психологии и психологии личности Леонидом Поповым и Институт вычислительной математики и информационных технологий, представителями которого выступили ученые Фаиль Гафаров и Галим Вахитов. Немаловажно, что Российский научный фонд поддержал ученых Казанского федерального университета грантом. Заявка на проявление гранта направлена была на выявление специфики социальной успешности пользователей интернета. Интерес к социальному профилю личности – это путь к постижению коллективного сознания человека и технологии управления массовым сознанием. Ученые Казанского федерального университета выделяют главную мысль этого проекта – охват и анализ миллиона людей за задействованием элементов искусственного интеллекта. Стоит отметить, что помимо многочисленных тестирований и последующих характеристик, исследователи разработали и опробировали информационно-аналитическую систему автоматизированного мониторинга персональных страниц пользователей социальных сетей. По словам координатора реализации психологической части проекта Павла Устина, общий объем выборки составил более 1 300 000 человек. После всех процедур фильтрации и поиска открытых профилей в соцсети исследовательский объем выборки был доведен до 81 800 испытуемых. Полученные результаты делают определенный вклад в быстро развивающуюся новую отрасль психологии, в киберпсихологию, то есть психологию человека как пользователя интернета. Проблема состояла в понимании человека как пользователя социальных сетей и анализе степени активности, то есть успешности человека в образовательной, профессиональной и социальной сферах. Отметим, что научный проект подобного уровня реализуется в России впервые. Результаты данного исследования внесут неотъемлемый вклад в развитие такой науки, как психология, и позволят расширить границы в вопросе психодиагностических технологий. Карина Саяхова, Универньюз.